и у нас. И в мировой прессе высказывались опасения, что КПСС утратила способность к обновлению, не способна порвать съевшимся в нее догматизмом и сектантством, обречена на консерватизм, а значит и на раскол. Сход с политической арены. Можно сказать с уверенностью, что эти опасения не оправдались. И тот, кто рассчитывал, что это последний съезд и на нем состоятся похороны КПСС, он опять просчитался. КПСС живет и будет жить, и вносить свой исторический вклад. Прогресс нашей страны, прогресс мировой цивилизации. ...28-й съезд Коммунистической партии Советского Союза объявляется закрытым. Проклятием за кремлёвы,